Так, малыш Хаги, спокойно. Используем немного магии. Больше цвета. И больше магии. Теперь все перемешаем. Второй слой пены. Волшебная пыльца. И еще пена. Почему бы и нет? Ух ты! Давай тебя теперь вытащим. Нужно тебя помыть. Не волнуйся, я тебя держу. Скоро ты будешь чистым. О, малыш Блу. О, ты такой крутой. И тебе привет, девочка. О, Блу, идем устроим тебя. Не надо уже. Ох, малыш Блу, я тебя так люблю. Малыш, Эмили, пойдешь со мной на свидание? Что? Сейчас? Брось! Ты вообще на него не похож. Пока, Тимми, увидимся. Стоп, что? Я проиграл игрушки? Но, черт, и что Эмили в нем нашла? Может, дело в цвете? Мне нужно стать таким же, как он. Вот что мне нужно. Иди к сюда, дружок. О, боже. Ты поможешь мне завоевать. О, будь милосердным. Моя кожа должна стать синего цвета. Мне нехорошо. Первый надрез всегда самый лучший. О, сжалься надо мной. Не волнуйся, я буду осторожен. Шикарно. Итак, на чем мы... Что за... Лапша? Зеленая лапша? А что, я голодный был. Как ее много было. Не отвлекайся. Так, вот желудок. Никогда бы не подумал, что внутри ты такой разноцветный. Не дыши. Осторожно. А, я жив. Ха, эврика. Только взгляните на этот цвет. О, как же его много. Ха, я хочу быть такого же цвета. Давай, давай. Да прекрати уже. Ну давай, еще немного. Хаги, цена каждая капля. Спасибо, бро! Пожалуйста, вау! Теперь пора раскрашиваться. Ух ты, идеальная консистенция. Идеальный цвет. За работу. Мне нужно стать таким же синим, как тот мелкий монстр. Трублу, Эмили, я тебя люблю. О, это так расслабляет. Класс. Теперь мне нужен светло-синий оттенок. Придется разбавить краску. Да. Ну вот, посмотрим на результат. У меня есть отличное предчувствие. Вау, класс! А? Хаги? Привет, Тимми! А-а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 
Можно я тебя поцелую? Что? Нет! О, боже! Спасибо, бро! А чё? Вау, круто! Тянется прямо как слайм! Ха, мне нужно ещё! Да! Вау! Вау! О, мне так нравится! Отлично нервы успокаивает! Вау! Оп! Мне нужно быть максимально похожим на него! Я должен продумать все до мелочей! Ха! Вау! Очень похоже! Класс! Нет! На! О, что это? Фу, не мое! О, отлично! То, что нужно! Отойдите! Вдруг внутри что-то спрятано! О! Ага! Что же это? Ага! Есть! Как делишки? Ого! Голова Барби! Тебе нужна шея! Осторожно! Спасибо! Пожалуйста! А теперь в воду! А, какая же ты грязная! Еще немного и готово! А теперь нам нужно кое-что посерьезнее! А, готово? К вашим услугам, сэр! Отлично! Тогда за работу! Это что-то новенькое! Ух ты! Освежает! Но мне нравится! Готово! О, цвет что надо! Отличная работа, Барби! Спасибо! Воу! Нет, ребята, шампунь это не заменит! Осторожно! Вот так! У этого синего парня даже волос нет! И все готово! Что скажете? Круто, да? Класс! А? Что это? О, вау! Что-то зеленое! Сюрприз? Немного подозрительно! Посмотрим, что внутри! А? А, я понял! Я смотрю страху в глаза!
Это был мощный сюрприз. А? Нужно проверить детали. Мой глаз, его глаз. А, не похожи. О! Так, так, так. Может, это сработает. Прошу прощения. Эй, скелет, мне нужна твоя пуговица, прости. Моя пуговица? Всего одна. Лучше не усложнять. Какая наглость. Вот черт. О, нет. Вау! Так круто! Согласен! Скелет, я же сказал, не пугай меня! Воу, корона! Скучно! Я могу сделать лучше! Чем это пахнет? О! Я похож на Энолу Холмс, как интересно! О! Ага! Я обожаю шоколад! О! Есть идея! Ха! И еще один ингредиент! Ага! То, что нужно! Золотые блестки! О! Это будет просто блестяще! Ха! Моя корона должна сиять ярко! У-ху! Как настоящее золото! Вау! Намного лучше! А, вау! Прекрасно! Вау! Я почти готов! Но... На, и все-таки мы не совсем похожи. Ха! Есть идея! Давай же! Ну же! Кажется, на тебе много шерсти! Пора побрить тебя, Хаги-Ваги! Нет, не подходи! Ты с барашком Шоном не знаком? Спасибо, Хаги-Ваги! О, какой стыд! О, нет-нет-нет-нет! Я не могу проиграть! А, ну же! Спасибо! Посмотрим! Теперь я выгляжу так же, как он! О-оу! Мне срочно нужно в туалет! Куда он делся? Эй, Тимми! Ты там? Придется начинать все заново. Хорошо, что пены достаточно. Сейчас я верну тебя обратно. Держись, помощь уже в пути. Так, Блум, мы остались вдвоем. Эти прыщи нужно выдавить. Фу, гадость. А я тебе что говорил? Нужно умываться. Какой большой. Фу. Я немного запачкался. Что ж, выдавим еще. Ладно, следующий. Гадость. Да уж, радужные друзья оправдывают свое название. И что у меня есть, Блу? Комната отдыха. Спасибо, друг. Пока. Воу, где я? Что это за место? Стой, ты что, бросаешь меня тут? Ага. Эй, ты что, шутишь? Нет. Пока. О боже, он не шутил. Не бросай меня в темноте. Как же тут темно и страшно! О, слава богу! О, нужно что-то сделать! О, повсюду один мусор, а мне нужен свет! О, что это? Ага! Я знаю, что делать, но сначала нужно поудобнее расположить фонарик! Проще простого! Да, вот так! О, да, теперь все видно! Да! Нужно сделать эту комнату самой крутой! Знак вопроса! И что мне с этим делать? Если есть вопрос, то нужно найти ответ. Есть идея. Паучок оставил тут свою паутину. Она мне пригодится. Думаю, этого достаточно. Засовываем. Круто. Теперь нужен свет. Вы уже поняли, что я задумал. И не ошиблись. Совсем скоро эта коробка засияет. Не шевелись? Да будет свет! Ого, как ярко! Ай, мои глаза! Голова! Вау, как круто! А почему все вращается? Или мне только так кажется? О, как же здесь одиноко! Где мои друзья?
Эй, вот вы где! Привет, друзья! Добро пожаловать в мою коробку! Ха-ха! Я только... Ха-ха! Трое радужных друзей снова вместе! Но такого вы точно не ожидали! Может, добавим праздничную атмосферу? О, а это как сюда попало? Что за... Ну и ну! О, губка! Отлично! Подходящие цвета! За работу! Да! Не жалеем краски! Какой красивый зеленый цвет! А теперь смотрите, как создают настоящие шедевры! Красим тут и тут! Только не торопитесь! Совершенство не терпит спешки! Почти готово! Круто! То же самое проделаем с остальными стенами. Что скажете? Круто, правда? Радужные друзья снова в сборе! Поверить не могу! Но чего-то не хватает. Может, тут сюрприз? Копилка! Круто! Интересно, что спрятано внутри? Прости, свинка, придется тебя разбить. Я! Ух ты! Золотые монеты! И не только! Да что нужно! Тут целый набор глаз! Как раз для ребят подойдут! Начнем с тебя, зеленый! А потом перейдем к остальным! О, только посмотрите на них! Что скажете? О, это подарок! Да! Хотя день рождения у меня еще не скоро. Ух ты, новый телефон! А? Какой-то он странный! Он не работает! А, мусор! Так, красная коробка мне может пригодиться! Она будет... Вот тут! Ага! И зеленая! О, эй, дружок, ты в порядке? Скоро наша уютная коробочка будет готова. Последняя коробка и готова. О, что у нас тут? Джойстик. Он будет лежать вот тут. Вместе с зомби. Пожалуйста, вопросы оставляйте тут. Тут будет музыка. А тут еда. Обожаю. О, и про крышку не забудьте. Погодите и... Та-да! Коробка номер один. Угадайте, что в коробке номер два! Ха-ха. До встречи, ребята! Да, коробка номер три! Какой милый цветочек! Фу! Стоп, а если потянуть? О, рамен! Не понял! Соленый огурчик? Конструктор? Ой, застряло! И, ну, конечно, микрофон. Что ж, давайте споем в караоке. Cause I'm just a teenage dirtbag, baby. Всем спасибо! О, стойте, у меня появилась идея. Итак, за работу. Сейчас тут будет еще веселее. Подождите, и вы все увидите сами. Разрезаем вот тут. И... У нас получился маленький помпон! Ха! А вот еще! О, какие же они милые! Чем веселее, тем лучше, правда? И вы отправляетесь на стену! Отлично! Мы справились! Ха! Ага, может быть! Добавить глазки! Точно! Ладно, пора немного отдохнуть! О, он оставил нас совсем одни! О, не драматизируй! А мы висим? Ага, как летучие мыши! Так мы мыши или помпоны? Это облако меня гипнотизирует! О, я кое-что придумал! Вы ведь подумали о том же, о чем и я! Да! Я знаю, что вам тоже это понравится! Больше ваты, больше света! Ага! Да, достаточно! Пора прикрепить это на стену! Готово? Отлично! Ха! Это я и мои друзья! Зеленый и красный! Хо-хо-хо! Ребята так сияют! А еще они очень мягкие! О, здесь потрясающая атмосфера! Эта коробка уютнее, чем я думал!
Это вообще самая крутая коробка моей жизни! Мой живот! Мне нужно в туалет, но здесь его нет! Тогда мне придется воспользоваться этим! Коробки могут пригодиться в критических ситуациях! Ладно! Ого! У Кайли родился еще один ребенок! Что такое? Что это было? Посмотрим! Ух ты! Дискошар! Как же круто! Но что мне с этим делать? О да, знаю! Эй, прекрасно, да? Мой уникальный дискошар! Следуйте его зову! Да! У-ху! Начинаем вечеринку! У-ху! Смотрите, как я могу! Celebrate good times! У-ху! Идем дальше, зажигаем! Меня немного тошнит! Да! I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head, 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 like a Jesus said, да! И последняя песня! Окей! Alright! It's about damn time to turn up the music, let's celebrate! I've got the feeling, I'm gonna be okay, okay! Эй, дружище! О, Тимми, привет! Как погодка, Лаеш? Присоединяйся! Воу! Ты устроил здесь беспорядок, это плохо! Все потому, что ты меня бросил! Пора вернуть тебя в твой настоящий дом! Класс! Пора принять ванну, малыш! Ты станешь большим и сильным! Нужно налить волшебного зелья! Целое искусство! Теперь все перемешаем! О, только посмотри, какой ты большой! Нужно смыть с тебя пену! О, добро пожаловать в этот мир мой! Привет, папа! Что за... Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Да, обожаю эту песню! Ай, голова! Что это? Записка? Тебе нужна помощь? О нет, я тебя спасу! Проверим твое сердце! Оно бьется! Я все исправлю, обещаю! Не волнуйся, малыш! Доверься мне, я знаю, что делать. Начнем с искусственного дыхания. Вот так. Ну уж и малыш, просыпайся. Не получается. Что у нас там дальше? Посмотрим. Я его теряю. За работу. Я не врач, но кажется, это работает. Получилось. Посмотрим. О нет. Все еще не работает! Не получилось! Все бесполезно! Что мне делать? Что мне делать? Осталось только одно! За работу! Так! Я готов! Итак, мы проведем настоящую операцию! Приступим! Кажется, я что-то забыл! О, нет! Прости, малыш, я тебя спасу! Но для начала тебя надо почистить! Фу, это отвратительно! И где же ты был? Пора взяться за скальпель! Я не учился на врача, но по телевизору это выглядело не так уж и сложно! Так, посмотрим! Шприц быстро! Я все правильно делаю! Хирургу нужно попить, но уже... Мы почти закончили. Ты же под наркозом, да? Посмотрим, что у нас тут. О, теперь я понимаю, в чем дело. Вот почему ты такой грустный. Кто-то разбил тебе сердце. Я знаю, каково это. Кажется, где-то у меня были запасные, но где? Вспомнил, сейчас вернусь. Отлично, я знал, что они мне пригодятся. Поздоровайся со своим новым сердцем. Нужно вставить его внутрь. Ой, размер подходящий, не благодарит. То есть, если хочешь, я не откажусь. Последний штрих. Жаль, что я не ходил на уроки труда. Но думаю, все будет в порядке. Отлично, все получилось. Работай хорошо, сердечко. Мы закончили. Отличная работа, Арчи. Теперь ты безопасный. Ауч! Что это? Нужно это убрать. И у меня есть подходящий лайфхак. О, нет! Иголка!
теперь вернемся к лайфхаку. Не волнуйся, Блу, Арчи тебе поможет. И откуда они взялись? Но я сумел от них избавиться. Я же говорил, отличный лайфхак. Божечки-кошечки, что же это? А, Блу, тебе просто нравится пачкаться, признайся. Друг, тебе нужна ванна. И у меня есть одна. Но вода так скучно. Давай добавим вот это. Прекрасно. Смотри, учись, Блу. Насыпаем шарики и наливаем воду. Сейчас начнется волшебство. Ну разве не круто? Иногда хочется съесть. Неважно, крутые шарики. Отличный антистресс. Они завораживают. Похоже на мармелад. Мне нравится. Стоп, их нельзя есть. Ладно, хватит. Давай позаботимся о тебе. Посадим тебя в ванну, малыш. И хорошенько помоем. За работу. Скоро ты будешь чистым. Только... Почему не получается? Слишком долго. Знаю! То, что нужно. Секретное оружие. Вибрирует. А что если добавить немного мыла? О, да, этот гаджет точно поможет отмыть Блу. Арчи, ты просто гений. А, мыло никогда не подводит. Теперь помоем тебя хорошенько. Представь, что ты в спа. У нас тут все включено. А что такое? А, мыло в глаза попало. Прошу прощения. Теперь ты чистый-пречистый. Ладно, достаточно. Я позже к тебе вернусь. А пока завернем тебя в полотенце. А, такой милый монстрик. А, посмотрите на него, такая прелесть. Нам пора идти. Думаю, ты уже высох. Ау! Давай-ка тебя оденем. Не волнуйся, мама Арчи найдет для тебя что-нибудь. Оу! Интересно, посмотрим, что это. Оу, нет. Вот это то, что нужно. Вообще-то это одежда моей собаки. Но думаю, что она подойдет и тебе. А, отличная идея. Готов, малыш? Я тоже. Поехали. Йоху! Посмотрим. Не обижайся, но синий тебе не подходит. Попробуем другой наряд. Ха! Неплохо, но... Ты же король, а не королева. Дальше. Поехали. Забавно, но... Следующее. Ха! О, это чудная пижамка. Кстати, тебе пора спать. Идем. Я так устал. Спокойной ночи, малыш. Наконец-то он уснул. А, что такое? Где ты? Блу, где ты, Блу? О, нет. Куда он мог? Это просто ветер. Что? Блу тебя поймает! Блу тебя поймает! О чем ты говоришь? Пожалуйста, не пугай меня! Эй, Арчи! А, Блу, это ты! Напугал ты меня, малыш! Иди-ка сюда! Идем!